Высокую активность на парламентских выборах проявили наши соотечественники в Украине. Большинство из 135 проживающих или временно находящихся там казахстанцев успели воспользоваться своим конституционным правом. Единственный избирательный участок на территории республики работал в Киеве, поэтому в украинскую столицу отдать свой голос приезжали даже из соседних городов. А нарушение выборного законодательства не выявлено. С 7 утра был студент, который проголосовал впервые в своей жизни. Он пришел без 10:07 и с удовольствием решил осуществить свое конституционное право. Также хотелось бы отметить, что на выборы приехали граждане Казахстана, которые проживают в городах Днепропетровск, Житомир. Также были граждане, которые летели транзитом из Лондона, к примеру, в Алма-Ату.